От любви до тюрьмы один шаг. Житель Мордовии настолько ревновал свою возлюбленную, что оказался за решеткой. Она и он – бывшие сожители, но разъезжаться после прекращения любовного романа не торопились. Переехать кому-то у 40-летней горожанки возможности не было, и она продолжала жить в квартире когда-то возлюбленного. Собственно, там и произошел конфликт, который закончился больницей и судимостью. В июле 2024 года бывшие сожители сильно повздорили во время распития спиртного. 33-летний мужчина вновь переревновал. Женщину. Не задумываясь о последствиях, он нанес сожительнице множественные удары по голове, причинив ей тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. 9 июля избитая женщина попала в больницу. У нее оказался сломан фрагмент височной кости, а на лбу были сильные гематомы. Мужчину, который ранее был судим за аналогичное преступление, задержали и на днях вынесли обвинительный приговор. Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Анастасия Семушева, программа «Происшествия».